Экстраверт или интроверт? Посередке. Люди или книги? Книги, конечно, интереснее. Дом или работа? Я себе работу сделал вообще как дом. Купе или плацкарт? В плацкарте было веселее. Автомобиль или мотоцикл? Вот тут точно автомобиль. Но у меня есть квадроцикл, это вообще огонь, 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 огнище. Кошка или собака? Ну, собака. У кошатников прошу прощения. Позвонить или написать? Ну, сейчас, наверное, написать. Играть или выигрывать? Выигрывать вообще нет. А зачем играть, если не выиграешь? Ну, просто всегда играешь, а там и выигрываешь. Курс или челлендж? Ну, курс — это системно, но челлендж — хороший заход.